Здравствуйте. Сегодня необычное видео, посвященное тому, что у нас передавали штормовое предупреждение, и мы решили усилить крышу. Хотел показать, как мы это сделали. Вот, с помощью таких раскосов, которые мы упирали в стропильные части. На каждом покате по две штуки в противоположные стороны. Вот, таким образом они задерживают раскачку дома. Вот. Так как все стропила связаны между собой обрешеткой для металлочерепицы, поэтому достаточно одну стропилу. В данном случае две, потому что каждый вот этот раскос работает только в одну сторону. То есть он держит в одну сторону хорошо ток. Во вторую он на отрыв идет. Вот. Вот таким образом соединил их. Вот, и распер. То есть вот здесь вот такое соединение получилось. Вот. В принципе, проверяли, залазили на крышу. Напарник он до сих пор там сейчас пробивает. Вот. В принципе, не качается. Довольно-таки жесткая. Жесткая получилась крыша. Почему мы переживаем? Потому что без металлочерепицы она сильно шаткая, шатается. Вот проверяли, залазили когда на конек, то малейшее дуновение ветра, и по инерции вся крыша шатается. То есть, как пружина, то взад, то вперед. Конечно, для большого ветра у нас передавали до 25 метров, это очень нежелательно и опасно. Поэтому решили перестраховаться, сделать такие раскосы. Почему крыша еще является очень уязвимой? Потому что у нее нету диагональной запилки, нету раскосов таких, как некоторые делают в стенах. Вот. Также, пока она не обшита, она на самом деле сильно качается, поэтому не стоит пренебрегать таким усилением. Если вы, может быть, услышите, что будет сильный ветер, вот, лучше перестраховаться, лучше действительно сделать дополнительные раскосы, распорки, потому что все это будет очень неприятно, если на следующий день вы придете, и все ваши труды будут тщетными. Вот, в данном случае я на скорую руку, все, что было под руку, вот, загандобил такую систему раскосов. Пока погода позволяла, вот мы обстучали еще вторую часть фронтона, подготовили частично под ОСБ. Вот, теперь у нас на сегодня это, наверное, все, потому что там очень сильный ветер. Мы сейчас срывается дождик хороший, ливневый. Вот. Но самое главное, у меня успокоение, что у нас крыша выдержит то, что происходило в Москве, вот передавали по новостям. Все-таки есть боязнь того, что до нас дойдет хотя бы что-то наподобие. Вот, поэтому лучше лишний раз перестраховаться. Конечно, многие какие-то другие используют для этого раскосы, какие-то усиления. Вот. Мне было бы очень интересно узнать, так что пишите в комментариях, кто как что делал, как усиливал в подобных ситуациях, потому что это всегда интересно, всегда обмениваться опытом. Вот. Можно еще такой раскос диагональный пустить, вот это тоже будет работать, но так как у меня здесь мало места, вот, ширина маленькая, поэтому лучше, конечно, на всю длину такой раскос пускать. Вот, он, конечно, сильно работать не будет. Поэтому я не стал его пускать. Хотя хотел набить снутри доску 25-ю. Но решил пустить такие раскосы. В принципе, все, что хотелось сказать. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!